to offer a sincere prayer at the lotus feet of Sri Sri Giriraj. Сейчас мы все предложим искреннюю молитву лотосным стопам Шри Шри Гирираджа. Krishna has the hill up. It's up to us if we want to go under it and take shelter. Кришна поднимает холм, но от нас зависит, выбираем ли мы вступить под него и получить это прибежище. Dear Lord Giriraj. Дорогой Господь Гирирадж. I offer myself to you. Я предлагаю себя тебе. I am tired of taking substitute shelters in this world. Я устала от того, чтобы принимать какие-то заменяющие прибежища в этом мире. Today I am willing to take full shelter of you. Сегодня я полностью готова принять полное прибежище. Это полное прибежище. I mean, you can say it. They can say it. You can wait if they want to say it. Please give me the shelter under your lotus feet. Пожалуйста, дай мне прибежище под твоими лотосными стопами. Please give me the strength to do your will. Пожалуйста, дай мне силу, чтобы действовать согласно твоему желанию. I dedicate this lifetime to your service. Я посвящаю эту жизнь твоему служению. I have wasted so many lifetimes thinking that I will figure it out. Я потратила столько жизней впустую, думая, что я сама во всем разберусь. By some great fortune, I am connected to this Guru Parampara through Srila Prabhupada. Но по огромной милости я связана с Guru Parampara через Srila Prabhupada. Please remove my self-will and make me your servant. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, избавь меня от собственных желаний и сделай меня твоей слугой. Let me always remember that you love me. Сделай так, чтобы я всегда помнила о том, что ты любишь меня. I am yours. Я твоя. Please accept. Пожалуйста, прими меня. I'm taking shelter at your lotus feet. Я принимаю прибежище под сенью твоих лотосных стоп. Let me always be under your shelter. Сделай так, чтобы я всегда была под твоим прибежищем. Let me not crawl before anybody else. Пожалуйста, сделай так, чтобы я никогда не ползла впереди кого-то другого. I bow down before you. Я склоняюсь перед тобой свою голову. May this head be only at your service. Пусть эта голова используется только в своем служении. May I not run after temporary and false shelters of this world. Сделай так, чтобы я больше никогда не стремилась получить какие-то временные прибежища в этом мире. Гирирадж Махарадж ки джай! Шри Шри Гири Говардхан ки джай! Нитай Гор Премананде! Хари Ом! Let us rededicate ourselves at the lotus feet. Давайте же заново посвятим себя служению лотосным стопам Гвардхана. And we can do little kirtan. Go to Nadakun Shamkun, take some water on our heads, and then go. Сейчас мы можем провести небольшой киртан, пойдем потом на Радакунду, Шьямакунду, обрызгаем воды на голову и потом пойдем обратно. Whoever is leading the kirtan can go. Может, я первая идти? Jai Radhe, Jai Krishna.